Актеры предлагают классиков не только читать, но и смотреть. Всю свою жизнь Чехов любил театр, а он платит писателю взаимностью и сегодня. В репертуаре Курского драматического были и «Вишневый сад», и «Три сестры», и «Чайка». За что актеры любят этого драматурга, Мария Нестерова рассказала на творческой встрече в библиотеке имени Асеева. Говорить о Чехове или говорить на языке Чехова. Литературная беседа чередовалась с постановками в исполнении учениц Марии Нестеровой. Когда актриса сама еще была студенткой, ей повезло сыграть Ольгу из «Вишневого сада». Тогда и заразилась творчеством драматурга. Теперь пронизана им насквозь, обращается к классику и в радости, и в грусти. И каждый раз открытие. Буквально накануне им стала пьеса Татьяна Репина. Чехов – это душа. А когда мы, актеры, копаемся в своей душе, это нам очень нравится. Дайте покопаться, дайте выложить вот это все. Вот это. А Чехов, он именно это. И потом привлекает всегда его интеллигентность, ум, великолепное, искристое чувство юмора. В следующий раз читателей библиотеки ожидает встреча с заслуженной артисткой России Еленой Петровой и Уильямом Шекспиром.